Ну, мне в моем возрасте стыдно селфовать, но со мной очень часто после концерта подходят люди, может, селфи. Ну, удобно, если никого нет рядом, сам раз. Я понимаю людей, когда они делают селфи. Я помню на встрече с президентом, с Владимиром Владимировичем Путиным, я помню, как Тимати сделал селфи, и весь интернет взорвался, или там Коля Басков сделал селфи с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Вот. Ну, это случай, вот, повезло, сделали селфи. Вот. Ну, это понятно, когда никого рядом нет. Когда еще Коля сфотографируется или Тимати с руководством страны? Это понятно. Но когда у человека это в систему входит, ну, я понимаю, эту дистанционку, палочку использовать, если ты идешь там в Риме по развалинам, и ты себя фотографируешь на фоне исторических каких-то мест, и это одно. А просто селфовать, идя по городу или с друзьями, там, ну, это глупо, конечно.